прошлом году на выставке побывали все ведущие туроператоры страны. Более 900 делегаций. В этом, уверена устроитель Екатерина Дыбль, рекорд будет побит. Это мероприятие ждут не только в нашей стране, но и за рубежом. Ожидают президента Международной Федерации климата и водолечения. Для него это будет первый визит в Россию. Посла Греции и большую делегацию из Кипра. Список зарубежных гостей достаточно обширен, как и российских городов, которые приедут со своими презентациями. А вот хозяева выставки в этот раз будут в явном меньшинстве. Уже много-много лет генеральным спонсором нашей выставки, главным научно-деловым партнером нашей выставки является санаторий «Дилуч». Спонсор выставки – санаторий «Русь». Уральские самоцветы, «Смена» и много других, которые выставляются каждый год. И поверьте, у них никак не хуже дела, чем у тех, кто отказывается. Если в этом году у нас только Темрюк представляет более 10 здравниц, то Анапа на сегодняшний день, смешно сказать, 30. Из 200 только здравниц. Я уже не говорю о 4000 владельцев частных гостиниц. Это стыдно. Не использовать такой шанс, по мнению ведущих экспертов туриндустрии, по меньшей мере глупо. Сегодня в этом направлении внутренний рынок страны получил солидные преференции. Но это не значит, что теперь не возникает конкуренция между российскими курортами. За туристов нужно бороться, повышать уровень обслуживания. Но не менее важна имиджевая составляющая. Дело в том, что на туристском курортном рынке конъюнктура очень быстро меняется. Присутствие на таких форумах крайне необходимо. Очень важно не только в лето отработать, но заполнять и межсезонье. Вот. И всему этому, конечно, способствуют контакты, встречи рабочие на такого рода форумах. Останавливаться в нашей сфере нельзя. И почивать на прежних результатах или на возможности загрузки от корпоративных клиентов – потому что все меняется. По мнению специалистов, этим летом российские курорты могут значительно поправить свое положение. Некоторые считают, что увеличение числа туристов на 50% – это не предел. Вот только борьба за них, считает в Союзе туриндустрии, развернется весьма серьезная.